Друзья мои, всем привет! Вы на канале Сомос. И сегодня у нас будет обзор на такой самый редкий DVD-диск по смешарикам. Это смешарики, куда уходит старый год. Для тех, кто смотрит это видео, очень даже упадет в обморок. Или даже раскроет рты. В том числе, как и Shaker Maker. Данный диск я приобрел на мешке, потому что, когда мы с папой заказывали набор со сказками, где там были «Профитос стрельца удалого молодца», «Волчище серое хвостище», это сборник советских мультфильмов, а также там был смешарики и «Лунтик», и вот когда там была коробка с надписью «Смешарики и Лунтик», там как раз был этот самый редкий диск по смешарикам. Я сначала думал, что это пиратский диск, а на самом деле он лицензионный, как только я его вставил. Давайте, чтобы не тянуть драгоценное время, приступим к этому обзору. Усаживаемся поудобнее. Все специально для вас. Вот, отсюда лучше видно. Здесь идет у нас предупреждение по традиции. Заставка компании «Новый диск». Тьфу ты. Заставка компании «Союз Видео». И у нас тут идет реклама LG по смешарикам. И тут у нас пошли сами серии. Куда уходит старый год? День рождения Нюши. Железная няня. Забытая история. Коллекция. Биография зонтика. Телеграф. Скамейка. И последняя серия на этом сборнике «Ля». И тут у нас вот так выглядит само DVD-меню. Это такое самое первое DVD-меню. А теперь вот уже сейчас начинается DVD-меню уже с персонажами. Давайте сейчас заглянем сначала в разделе «Скоро в продаже». И тут у нас идет реклама настольных игр, компьютерных игр и книжек по смешарикам. Давайте еще зайдем в раздел «Бонус». И тут давайте сначала мы заглянем туда. Сначала начнем давайте со «Скоро на видео». Это трейлеры. Тут у нас пошли трейлеры. «Фанерное солнце», «Энергия храпа» и «Путь приличное общество». И тут у нас реклама LG. Извините, что перемотал эту рекламу. И вот, и тут здесь реклама сайта по смешарикам.
И здесь тут трейлер игры по смешарикам «Круглая компания». Извините за подшатывание камеры. Просто пальцы немного устают. И тут у нас реклама LG по смешарикам. Еще одна. Ну и давайте напоследок кто-то послушаем музыку на этом главном DVD-меню. Это все специально для вас. В том числе и для Шейкера-Мейкера. Потому что в предыдущем видео по дискам, по смешарикам, он говорил, что у него придет в коллекции первое издание по смешарикам 2004 года. Это куда уходит старый год. Но у него почему-то не пришло. И поэтому вот это видео началось с диска «Новый год, круглый год». Да. Так что поехали слушать музыку. Все специально для вас на этом DVD-меню. Редком. Давайте.
Ребят, можно уже, в принципе, не продолжать, потому что дело в том, что эта музыка, я так понял, что будет длиться долго, так что мы можем на этой чистой ноте можем закончить этот обзор. Сейчас мы его уберем, сейчас мы вытащим этот диск и положим его на место. Сейчас, погодите минуточку. Ну слушай, ребята, как вы видели, что тут у меня был монтаж, потому что мне нужно было ставить этот диск именно в кейс, потому что я сейчас был в Владивостоке, я у бабы Нины сейчас начал снимать обзор, и в общем-то такое вот дело вот. И извините, что у меня там камера считается, потому что у меня пальцы немного устают. И это... Извините, что я иногда подкашливаю иногда, потому что дело в том, что... Немного в горле першит. Ну что ж, ребята, если вам понравилось видео, тогда поставьте побольше лайков на этот самый редкий диск и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.